Невеста снова прическа, сука. Я не видел даже, вот хочу посмотреть. Пользуясь случаем, хочу передать привет моей папе. Спасибо, я стримить не буду, хорошо? Надеюсь, их не варят. Всем удачи, ребят. Диман пишет, он без мика. Инвадирс. Well, I think they are. I mean, one or two heads maybe dropped towards the end of that defeat, but they've had a chance to pick themselves up in between, and they need to respond. They need to bounce back. David. And the goalkeeper has done well to stop that one. Борис. He's got that through clever reading of the game, intercepting and getting possession back for his team. It's Maya. Обычно ты говоришь, что я так забегаю между пасом. Тритнику. Как тенище. Давай, давай. Тарянчик. Да я дал этим. Грубо. Рещи. Подожди, не разыгрывай ради бога только. Бей. Не знаю, что делать. Ай-яй, не вот по-хорош. Ну да, я есть. Нижнюю. Ну смотрите там по этим. Зеленый, смотри там нижнюю. А, это ты, Дэвид. Слабо. Я возьму бежал, я возьму. Нет, ну ладно. Андрюх, Андрюх, смотри его, не дай по флангу, да? Хуй не сделал какой-то. Это там нужно замах. Мандана. Хорош. Хорош, Жан, просто царь. Блять. Финт. Найс. Фенка, что ли? Пиздец. Я не подкат, я вынужден. Нет. Давайте, ребята, разозлитесь. Не злиться, не надо. With this attack. Да, ease the pressure. Throw in now. Бежим чуть пониже, бегу.
Бля. Ну так и так бы я его не работал. Хотя, ребятки, контрол словить можно. Я. Нет, не я. Почему-то не я, блядь. Желтый красивый. Держи. That was a chance to really get in at the goalkeeper, running off the defender, and he's run offside. He's got a cross to make that interception. He saw it coming. Again, possession squandered. Really, it's Meyer. Well, that's very good positional play. He's read the situation perfectly with that interception. It's good vision to be able to switch the play there. Bar. Well, that's a good challenge between the two of them there. Отец, блядь. And in goes the cross. Как принимать нахуй в касание же. Сзади 6 человек. Хорошо. 20 нахуй. Just off target. Yeah, unlucky because he got some power beyond the ball, just not the direction. Нет, 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 не держи. Куда ж ты, Игрищ? Пол. Разби. Нельзя на штангу, блин. Можно, блин? Wasteful pass, unforced error, really. Got on the ball in midfield, well read by the player in that part of the pitch. David. Ismael. Let's see what Rob's gonna do. Вешай на ближнюю. Кто-нибудь. Только не во вратаря, блядь. Сука! Ну куда же ты, ёбаный? Everything set for the second half. It was an easy save because he was able to plot the path of the ball all the way into his hands. Не клади, не стоит. Literally tossed possession away.
спокойно, спокойно. Спокойно, вниз пас. Это Родянки, давай. Ребят, что же здесь я делаю? В смысле, что в центре на своей позиции. Меня пошли просто. Бля, да что за жопа она? Я же вижу, что я не буду нормально, поэтому я отдал. Не свисти ты, ёбаный мудак. Блядь. Съебись. Что он делает-то? Ой, бля. Что это за хуйня? Подойди ближе. Убивай, блять, ему, сука. Вот и там, блять, током прибило. Ты их можешь просто пас дать мне в ноги и все. Как? Йо, что? Я уже думал, что спас отдам голевой. Сука. Почему вот он один стоит? Да я хуею, ребят, ну что вы делаете? Вратарь сдал руку. Это самый худший матч, который мы вообще провели, серьезно. Подожди, еще не закончили. Подожди, мы еще не закончили, да. Это может быть самый... Ну, смотрите, камбэк будет, бля. Ты знал. Дай, Никому. Переведите нормально на Родяна. Фол. Это Долин. А, бля, это, конечно... Может, им кто-то денег дал за то, чтобы автобус поставили? Между двух прошел. Ball in midfield, well read by the player in that part of the pitch.
Тащи, 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 мужчина. Прыгает, прыгает, понятно, понятно. Понятно, понятно, прыгает, прыгает. Сори, Давид. Здесь можно еще. А где ты был? А, время будет тянуть, ясно. Серьезно, что ли? Нет. А что ты нахуй, это как называется? Что это за хуйня, блядь? Не, ну мы, конечно, и будем раздавать эту хуйню, но, блядь, ну это пиздец. Нахуй пошел отсюда. Я? Скинуть можно. Ну как смог лучше. Маш. Я чё упал, смотрите, блядь. Сука. Блять. Ой, я не просил, мне надо думать. Хорошо. Блин, смещайся, ты умеешь, ага. Хорошо, еще. Блять, ну кто задан стоит? Я уже трепляю. Ах ты ж сука. Блять, такие пидорасы они, блядь. Не, мне, мне, брат. Подождите, не расходитесь. Вот так вот проебывается. Ну, не выходите из конфликта. Такой пиздец. Пожалуйста. Что такое? Я кушаю. Короче, ну подожди, 5 минут. Короче, я хотел попросить всех прощения в последний раз. Это не комментируйте, я сейчас объясню почему. Закрой Twitch. Twitch выруби. Короче, это последняя моя игра FIFA, ребята. Я продаю джойстик. И, ну, это честно, я уже давно решил. Не, ну честно, просто я... Не, я не... Дело не в нас, дело в тебе, да? Не, нет, просто я понял, что уже хватит играть. Я давно это решил, где-то еще в середине сезона, и я понял, что... Что не буду это говорить, чтобы перед матчем все дела, думаю, скажу это лучше в конце, поэтому вот так. Когда-то была такая ситуация, когда я пришел в команду, такая давно, это было 2 года назад, год. У нас был такой Серега, он играл левого защитника в последний матч. И я помню, когда он на фланге обмотал, я тогда на клавиатуре играл, он на фланге обмотал 2 защитников, и, ну, то есть я посмотрел, как это круто на джойстике, кто спит джойстик, и вот недавно я забил гол офигенно, я думаю, если мы вам покажем скоро. И это было последней каплей, когда я понял, что хватит FIFA играть. Я понял, что уже постиг все, что я хотел. Когда обмотал троих и забил гол, это было здорово. Поэтому, не, на самом деле... Бля, я сейчас расплачусь с ним. Не, на самом деле, я с FIFA завязан, честно. Чувак уже старый. Я хочу у вас попросить помощи, не знаю, может быть так, не знаю. Мне надо продать аккаунт, это реально вообще? Ну да. Конечно. Я видел, что, может, там у вас кому-нибудь, там, кто-нибудь знакомый, хоть я его продал. Минутка драмы. С полностью прокачанным игроком. Минутка драмы и это... Я в конце сезона, я надеюсь... Зря ты не сказал перед игрой. Я думаю, пацаны бы, наоборот, обрадовались и сыграли бы намного лучше. Ну, короче, вот такая вот. Конечно, ребята. Я считаю, нет, это, блядь, я не знаю, я считаю, что ты слишком кардинальные какие-то решения принимаешь, нет. Что-то продаешь джойстик, там что-то аккаунт будешь продавать.
может быть, стоит там снизить количество часов игры, да? Но вот так вот да полностью... Да нет, ему походу это мешает просто сейчас. Нет, ну ты, конечно, ты смотри сам, принимай решение сам, но мне кажется, что в ближайшее время ты сам поймешь, что там что-то вот так вот радикально там как-то все вот так вот делать, мне кажется, не имеет смысла. Может быть, стоит вначале чуть меньше играть, потом еще меньше, и как-то плавно нет, ты просто заряжаешься. Нет, Витус, это нереально, на самом деле, меньше играть. Да нет, лучше стоит. Просто ему забить вообще, и... Ну, это твое решение, конечно. Я уже завтра удосик устал. Вот. Тогда... В принципе, как бы, чувствую, я от тебя скажу, что жаль, что, ну, блин... Так что так получается. Некого подколоть, да, теперь? Да нет, реально был рад знакомству. Время проводить, поэтому, ну, что сказать, ну, давай, удачи. Удачи, будем скучать. Время от времени заходи, я надеюсь, не пропадай. Я думаю, нужно сопроводить Егора аплодисментами.